Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 30 сентября. Решение об этом принял оперативный штаб при Кабинете министров. Однако отмечается, что в соответствии с динамикой инфицирования коронавирусом и санитарно-эпидемиологической ситуацией, с 31 августа Джалилабад, Кенджа, Масалы, Мингечевир, Евлах и Бардинский, Герамбойский, Гегельский, Хачмазский, Сальянский районы исключаются из зоны действия ужесточенного карантинного режима. В Баку, Сумгаите и в Апшеронском районе, где уровень инфицирования высок, некоторые дополнительные ограничения сохраняются. Также принято решение о смягчении ряда ограничительных мер. С 31 августа в стране снимаются ограничения на деятельность музеев и выставочных залов. Кроме того, допускается индивидуальное обучение и репетиторские услуги в группах до 10 человек с соблюдением правил особого карантинного режима. Также сообщается, что будет проанализирована санитарно-эпидемиологическая ситуация, и после этого вопрос полного снятия ограничений на транспортное сообщение между районами будет рассмотрен повторно. По решению в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе по выходным общественный транспорт не будет работать. Оперативный штаб при Кабинете министров призывает граждан соблюдать требования карантинного режима и лечебно-профилактических правил, сохранять социальную дистанцию, использовать медицинские маски, чтобы не допустить новых случаев заражения вирусом.